через ноги пробрасывать мяч и все остальное. Ох, как здорово, били мяч! Удар по воротам, гол! По сути, автогол. Наверное, мяч будет записан на Евгения Алдонина. От ноги ростовского защитника влетел мяч в ворота. И так Мандрыкин в игру до сих пор и не вступил. Я не очень приветствую вот это голов в сезоне 1, да, потому что... Голы это голы, а автоголы это автоголы. Да и потом в протокол матча будет внесена фамилия Алдонина. Я не сомневаюсь в этом. Ровно так же, как вчера в протокол питерского матча была внесена фамилия Зырян с первым голом. Тут достаточно много общего, согласитесь. Но, между прочим, в плане тренинга для него это только на пользу, мне кажется. Потому что в открытой зоне, да, на ходу мяч получая, он уже всех убедит. Акимов. Пораньше бы расстаться с мячом. Но играет коротко. Лебеденко, рикошет. Гол. 1-1. Второй гол в сезоне. До этого 2 года на голодном пайке. Вторым касанием пробил. И, по-моему, от Щинникова, да, мяч вылетает. В ворота. Да, от Георгия Щинникова. Ну, конечно, Игорь Деленю. Ввиду прекрасного исполнительского мастерства. Лебеденко, Осинов, Акимов и налево. Поздно. Хотя, может, еще и не поздно, потому что рикошет опять играет на руку ростовчанам. И удар в перекладину собственных ворот. Дальше голова Игнашевича спасает ЦСКА. И что забивает все-таки? Это уже после первого рикошета. Ах, нет, я должен извиниться, конечно. Там не по своим воротам армейцы били. Это мой недосмотр. Дмитрий Акимов попал в перекладину. Анжелкович подавал. Вот бьет Акимов, да. Остапьев. Дальше Осинов. Тут спасает Игнашевич. И все-таки удар Хон Ёнчо выводит Ростов вперед. Становится совсем интересно. Знающихся игроков ЦСКА, может, они и разминаются, но пока еще не для того, чтобы выйти на поле. По сути дела, второй тайм начался так же, как и первый. Зона защитника. Освобождается Акимов от опеки. Угол острый. Был толчок. Был, по мнению Сухины. Пенальти в ворота ЦСКА. Вот что делать в этой ситуации игроку, который действует против Акимова? По первому впечатлению, по-комментатски не принято спешить. Покажет повтор, не торопись. Да, но мне представь, Дмитрий ждал, что его собьют. Вот он сейчас притормаживать будет. Угол острый для удара. Острый. Остановиться Алдонину невозможно. Невозможно. Поэтому как тут ни крути, любое судейское решение будет неподсудным. Кирилл, я понимаю, что капитан команды, исполнитель стандартов и опыт. Опять же, а играть совсем немного. Отбивает Акинфеев, но Осинов на добивание, и не удается ему добить. Уж ладно, пенальти не забил. Там все-таки в воротах один из лучших голкиперов мира. Но уж дальше. Ну, подошву Акинфеев, конечно, а? И влитой стоит. И вот здесь. Смотрел на Акинфеева, а нужно было на мяч. Как сказали бы теннисные коллеги, весь корт открыт. Тут не надо искать вратаря.